Вам поступило направление, и вам нужно зачислить ребенка в детский садик. Открываете «Дети на зачисление в детский садик», выбираете «Направление на зачисление», у вас выходит список ваших направлений. Выбираете то направление, которое вам нужно, открываете его, у вас выходит информация о данном направлении. Дата выдачи направления, дата автоматического снятия направления, длительность действия направления, сколько осталось дней. Также указывается, в какой детский садик, какую языковую группу и в какую возрастную группу. Чтобы зачислить ребенка в детский сад, вам нужно нажать кнопочку «Зачислить в детский сад». Тут вы проверяете, правильно ли вы выбрали направление. Смотрите номер направления, фамилия, имя, отчество заявителя, фамилия, имя, отчество ребенка. Нажимаете кнопочку «Выполнить». Далее, тут вам нужно заполнить информацию о ребенке. Вы выбираете детскую группу. Выйдет именно та группа, в которую ребенок выдавал себе направление. Проверяете фамилию, имя, отчество, ИИН, дату рождения, возраст и пол. Если поменялось место фактического проживания, вы пишете. Также вам нужно будет загрузить фотографию ребенка. Нажимаете кнопочку «Загрузить», нажимаете кнопочку «Выбрать», выбираете фотографию и нажимаете «Открыть», «Загрузить», и выходит фотография ребенка. Далее вам нужно пройти в пункт «Законные представители». Здесь вы проверяете ИИН родителя. Смотрите фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения. Обязательно указывайте номер мобильного телефона. Юридический статус написано «не определено». Вам нужно указать, кто это. В данном случае это отец. Также вы можете добавить email, но это не обязательно. Если вам нужно добавить нового представителя, вы нажимаете кнопочку «Добавить» и вписываете всю информацию о родителе. Вы можете написать ИИН и нажать кнопочку «Найти по ИИН». И тогда вам не нужно будет заполнять ничего, кроме юридического статуса, телефона и, если по желанию родителя, email. После того, когда вы внесли всю информацию, вы нажимаете кнопочку «Завершить операцию». У вас выходит сообщение о том, что ребенок успешно зачислен в детский сад. Нажимаете кнопочку «Закрыть». И проверяете ребенка в справочнике «Реестр детей».